историей своего учебного здания познакомили студенты факультета психологии и педагогики на публичной лекции профессора кафедры всеобщей и отечественной истории Инги Масловой. Данное мероприятие было приурочено 120-летию со дня основания учебного заведения. Никто специальной историей этого здания не занимался. Моя научная тема, я занимаюсь елабужскими купцами, я только знала, что здесь была церковь в тюремном замке, был тюремный замок, была церковь, и эта церковь построена на средства Ивана Ивановича Стахеева. Инга Владимировна рассказала об особенностях тюремного замка. Содержался он за счет государства, а часть средств выделялась городским обществом, членами которого были и купцы. Замок был рассчитан на 75 человек, каждый из которых получал комплект одежды, а также пребывал под присмотром тюремного патроната, организации, занимающейся курированием тюрьмы. Мне кажется, эта информация очень полезна для нас. Вот я, например, не знала многого. Ну, как бы мы должны ей владеть. На этом интересные факты из истории нашего вуза не заканчиваются. Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.